вечер, дорогие друзья! Горячий привет из солнечной, горной, голубой моей Тувы. Я вам прочитаю два стихотворения. Первое стихотворение называется «Мен два мен». Я тувинка. «Мен два сюкты чаргар жоным кызыдырмен, мен кихарлы тагларымның езидырмен, хүлбен отту хошына чечедырмен, көк-көк көлдер шаққын кемдер сарымен. Тувинка я, народ мой гордый, я дочь Серебряной горы, дитя тувинского народа, и я наследница Тувы. Я ветер, что колышет травы, степной цветок лазур озер, под стать реки с упрямым нравом, стремительно бегущий с гор. Я боль, я слава и свобода, я мужество богатырей. Храню в себе я память рода, наследие страной своей. Монгундая, Саяна, Енисей, Пустица Азии, роскошные уборы, вам, девственницы, с ледниками горы, тебе, вселенная, пою я хэмэ. Хэмэ – это горловое пение. Второе стихотворение называется «Амда, амда, чуртасангир». И снова мне хочется жить. Менгелерли тайгаларда шилдей дошта, менгежече соғды торшоқ сагандурда, бетон даштың аразындан шымраш көк, мені көрдан деген ұшқа жүз борда. Амыдыран үнті хончы күштігдірдеш, амда, амда жұртақсам бер. Вечный холод в горах, как стекло ледники, сквозь скалу с основания древней земли прорастает росток, словно лучик зари, эдельвейс распускает свои лепестки. На меня посмотри, будто он говорит, вдохновляюсь, и мне снова так хочется жить. Торжествуя, крича, объявляя себя, во вселенной родился опять человек. Я любуюсь, как мать кормит грудью дитя, на лице юной матери нежность и свет. Этот солнечный свет никогда не забыть. И мне снова и снова так хочется жить. Спасибо. Браво!